Так, а зелье полета. О, и улетели. Принцесса была не согласна с решением графа и решила всячески доказать ему свою любовь. Вампиры могут контролировать мир животных и превращаться в летучих мышей, сов и волков. Руфус, нам не мешало бы перекусить. Бладбургер – еда на все случаи жизни. Построй и насладись. Бладбургер – это кровяной бургер, получается. Бесценный источник пищи в мире Дракулы. Отремонтируйте бладбургер, чтобы постоянно получать свежую и вкусную еду. Так, ясно, тут целая куча пока препятствий к бладбургеру. Построен первый бладбургер. Так, а куда нам надо сдрыскивать? Вот туда или туда? Кто его знает? Не хватает ресурсов. Ну, прорвемся. Точно. А сколько звездочек? 3. Хорошо. Победа. Самый известный вампир родом из Румынии и зовут его Влад III Дракула. Мистер Тролль, а хватит ли у вас сил, чтобы свалить вот это дерево? Немного питательного супчика моей жены, крепкий топор, и будет тебе дерево. У вас появилась возможность улучшить зомби-мобилы. А, зомби-мобиль. Соберите необходимое количество ресурсов, чтобы получить дополнительного рабочего. Ага, ясненько. Восклицательным знаком отмечены квестовые предметы или персонажи. Если вы выполнили все условия задания, то знак над предметом или персонажем вместо красного станет зеленым. И вы с
сможете завершить задание, кликнув по предмету или персонажу. Понятно. Так, а что ж, зомбомобиль требует 5. Чего он требует? 5. Не пойму. А, 5 еды и 4 брюна. Ясно. Болото. Сушить его. Ящик с деревом. Тролль-малыш требует 10 чего? Кирпичи, вот они, да? Давайте. Это Бладбери. Надо отремонтировать. Так, а где у нас кирпичи? Этот требует 15 жратвы, 10 брёвен и одну какую-то непонятную, какой-то смайлик. Так, а в итоге ж мы зомби-мобиль лучше. Куда нам надо убегать, а? А это кто? Тролль. Рубит дерево для переправы. Ясно. Короче, тут собирать надо. Ресурсы. А, переправа, вот это мы закончим. Закончим этап, если улучшим зомби-мобиль. И если срубим вот это дерево, то оно упадет, и мы поскочим. О, помощник появился. Хорошо. Так, что ж делать? Окей. Да, ну.